Наша тренировка начинается с разминки. Мы разогреваем тело и готовим его к высокой нагрузке. Сюда входят имитационные упражнения на координацию, акробатику. Также могут быть включены упражнения из кроссфита. Дальше растяжка и готовимся к отработке в парах. Анализируя бои на соревнованиях, мы включаем в отработку только эффективные технические действия. Да, неплохо. Работа у Шира отрабатывается. Прямой проникающий удар с разворотом перед нашим соперником.